Василий Шукшин и библиотека имени Шишкова стали символами года культуры на Алтае. Напомним, голосование проходило на сайте краевой администрации по четырем номинациям: объекты, события, люди и произведения. Самым популярным в категории «Люди» стал Василий Шукшин. В номинации «Объекты» на первом месте библиотека имени Шишкова. Лучшим событием признан фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Кстати, в этом году в его проведение внесут изменения. Фестиваль по, так скажем, календарю чуть удлиняется и немного смещается. Мы проводить его будем со вторника по субботу, завершая в субботу вечером вечерней акцией. Напомним, в этом году Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» будет посвящен 85-летию Василия Макаровича. Список гостей формируется. Уже известно, что фестиваль посетят народные артисты Лидия Федосеева-Шукшина, Нина Усатова, Владимир Хотиненко. Ранее сообщалось, что на Алтай приедет и Василий Лановой. Но, как нам удалось выяснить, актер принять участие в фестивале не сможет.